Более 500 метров бордюрной линии проложили по улице Ткаченко. Дорогу там ремонтируют по новой технологии. Ее мостят специальной плиткой. Это первый для города проект такого масштаба. Бендеры, улица Ткаченко. Со стороны Карпатского переулка кирпич. Въезд запрещен. Идут ремонтные работы. Дорогу здесь ремонтируют с начала года. За полтора месяца установили более 500 метров бордюрной линии, разобрали старую ливневую канализацию. В этом же промежутке идет согласование новой ливневой канализации, приобретение материалов и подготовка под обустройство под замощение территории тротуарной плиткой. В процессе реконструкции дорогу расширили на 2 метра и сделали парковочный карман. Закончили все подземные работы и электросети. Теперь на днях дорожники начнут укладывать плитку. Замостить нужно участок в 4000 квадратных метров от переулка Карпатский до ЗАГСа. Движение здесь перекрыли примерно на месяц. За участок от ЗАГСа до ДК Ткаченко возьмутся в начале весны. Полностью реконструкцию завершат к лету.